Давай не соло, давай вот где вы вступили. Давай. Вторая часть куплета, да? А? Что ты? Я думал, что он слышит. Лёх, вот сейчас у меня ничего нет такого. Там, где мы идем уже ре, соль, до, фа, понимаешь? Ты имеешь в виду? Да-да-да, вот на второй вольт. Вот это? Нет. Ты имеешь в виду вот? Да, там где. Да, я аккордеон оставлю и все. Да, а потом они уже под аккордеон запишут. Да. Потом ты просто... А потом я уже перепишу. В них, да. Все, и... Они допишут, я перепишу. Дудки могут, в принципе, и не писаться. Да, сначала самого, да? Я с конца. Третья цифра. Ага. Ну, с вот этим? Уже писаться можно, я так. Поехали. Что, полы? Без клика запись. На несколько долей побольше. Давайте, ну, хотя бы там на пару давай попробуем. Соло аккордеон. Еще разок. Так, следующее пишем. А, подожди. Можно фонограмму чуть погромче? Да. Какого мы играем? Отсюда до сюда. Нет. Здесь надо такое отчетливое дыхание. Да. Давай еще разочек. Что нам нужно сейчас послушать, пускай он пропишет шейкер бубен, да. Потом мы послушаем все, что у нас получилось, синкрон. Возможно, сделаем или какие-то еще выводы и еще раз там давай. Просто мы сейчас писали под конкретный дубль, а у нас до него же еще есть, по-моему, один. Ну, у нас еще один есть, точно. Два хороший. Да. Свободу.
сегодня. Давайте нужно к той истории, которую без проблем учили. Как раз. Пока мы. Мне дудки нравятся, как записывают. Дудки нормально. Да. Там они немножко кисаны, но мы из предыдущего возьмем. Ну, пожалуйста. Я иногда даже рубил перец, потому что он самый живой. Да. То есть последний самый совершенный, но он уже, знаешь, выхолощенный, в нем жизни мало. Товарищ Фарк. Я тут переписал буквально две фразы. Первое вступление Максим там... Со второй фразы. Да-да, со второй фразочки включай. То есть две нотки, да? Сейчас, подожди. Я плохо слышу Алексея в своих ушах. Да. Потом там съезд. И вот последний. Вот этот последний фраг. Две нотки получается, да? И вторая чуть-чуть ее погасит. На коробке будет. А здесь я могу чуть-чуть добавить, да, им? Лучше я добавлю там. Слушаю.